Напомним, вечером 27 января в больницу были доставлены четверо рабочих нефтедобывающего предприятия с признаками острого отравления. Трое пострадавших были госпитализированы в реанимационное отделение, одного положили в терапевтическое отделение. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. По предварительным данным, в конце рабочего дня при выполнении порученных работ сотрудник управления по подземному и капитальному ремонту скважин упал в открытый люк технологической емкости. К нему на помощь бросились трое его коллег. Все четверо отравились парами сероводорода из емкости. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.